Карантин по ОРЗ и гриппу в Первоуральске продлили на неопределенный срок. Число заболевших превысило допустимый уровень почти в 3,5 раза. За прошедшую неделю мы зарегистрировали в городском округе Первоуральск 2025 случаев ОРВИ. В целом заболеваемость по данным нозологии эпидпорог превышен по совокупному населению в 1,9 раза. Чаще всего случаи ОРВИ и гриппа регистрируют у взрослых старше 15 лет. За прошедшую неделю в больницу обратились 1300 человек. Показатель заболеваемости 98,8%. В Роспотребнадзоре отмечают, что среди детей случаи болезни идут на спад. Сейчас в городе работают все школы и детские сады. Закрыты только отдельные классы и группы. На время карантина введен запрет на проведение массовых мероприятий. В больницах Первоуральска открыто резервное отделение для приема больных. Отмечу, что в столице Урала напротив, карантин частично сняли. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге в школы на занятия допускают детей, привитых от гриппа и ОРВИ. Те, у кого нет прививок, продолжат получать задания и выполнять их на дому.